лежат лицом вниз, пока сотрудники ФСБ проводят обыск. Собак убрал? Хорошо. Могу посодействовать даже. Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией в ходе масштабных мероприятий в 53 регионах страны, в том числе и на Южном Урале, выявили 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия. Пресечена деятельность 84 подпольных мастерских. Схожий с пистолетом Макарова. Значит, номерные знаки отсутствуют. В ходе рейда изъяли больше 750 стволов от пистолетов и даже гранатометов.